Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! Тетушка Сова, а зачем приходить в банк всей семьей? Об этом ты узнаешь, послушав мой рассказ о семейном бюджете. А что такое семейный бюджет? У каждой семьи есть общие доходы и расходы. Папа и мама работают, получают заработную плату. Дедушка и бабушка получают пенсию. Старшая сестричка учится в институте, и ей выдают стипендию. Если все эти деньги сложить вместе, получится доход семьи, например, за месяц. А что такое расходы? Это деньги, которые семья планирует и разумно тратит на покупку товара и оплату услуг. Давайте представим, друзья, что все мы – одна большая семья и собрались обсудить наш семейный бюджет. Это наш семейный бюджет. Доход нашей семьи за месяц. Давайте начнем планировать расходы. Прежде всего, часть денег мы откладываем на продукты питания. Понятно. Часть денег на еду. Еще часть денег отложим на обновки. Яше надо купить новые кроссовки. Симе шляпку к празднику. Буле новый ошейник. А вот Кеси и Непослуха подождут с обновками до следующего месяца. Во-первых, им срочно не надо. Во-вторых, на все может не хватить денег. Запланируем это на следующий месяц. Регулярно часть денег мы платим за квартиру, свет, газ, воду, телефон, интернет. Верно, Кеся, нужно отложить деньги на проезд в транспорте. Согласна, деньги на поход в кино или в парк развлечений. На книжки и учебники обязательно. И на новую игрушку. Если семья не возражает. Оставим это напоследок, хорошо? В расходах семьи есть и ваши, детки, карманные деньги. Подробнее о них я расскажу на другом уроке, а пока. У нас ведь могут быть и непредвиденные расходы, верно? А что это? Например, деньги на лекарства, на ремонт водопровода или пылесоса. Отложим немного и на это. А еще помните, мы каждый месяц откладываем понемножку на новый телевизор и на поездку к морю. Примерно так и планируют в каждой семье расходы. И самое главное, делают это таким образом, чтобы сумма ежемесячных трат не превышала сумму общего дохода. Понятно почему? А как же игрушка? Что ж, в этом месяце мы можем позволить купить тебе недорогую игрушку. Никто не против. Теперь все в порядке. А что я предложу сделать с остатком денег, вы узнаете чуть позже. Красивая монета. Кстати, первые монеты придумали в Древнем Китае. Представьте себе. Мау. Тетушка Сова, так зачем же ходить в банк всей семьей? Все очень просто. У этой семьи, как и у нас, после всех расходов остались деньги, и они решили положить их в банк. Теперь их накопления будут храниться на специальном счете. А малышей привели за тем, чтобы те знали, как это делается. Мне тоже интересно все узнать про накопления. Я обязательно об этом расскажу и тебе, и всем ребятам на следующих уроках. А сейчас пришло время попрощаться. До свидания. До встречи, друзья.